Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть здание, пользуясь световыми указателями выход и планами эвакуации. Тревожные звуки за считанные секунды облетели все этажи взрослой поликлиники. Пациенты и доктора сигнал восприняли серьезно и сдержанно, а потому четко и быстро начали эвакуацию здания. Здание Видновской взрослой поликлиники, расположенной по адресу Заводская, 15, сработала противопожарная сигнализация. Очаг возгорания находится на первом этаже в здании фойе рядом со 115-м кабинетом. Пациенты и сотрудники эвакуируются. Новая поликлиника рассчитана на 1500 посещений в день. Это примерно по 750 человек в две смены. Такое количество пациентов в случае возникновения экстренной ситуации необходимо правильно эвакуировать из здания по разным выходам. Ежеквартальные такие тренировки проводятся на объектах с массовым пребыванием людей, детей, в крупных торговых центрах. Цель данной тренировки, чтобы повысить уровень навыков и знаний персонала, и в том числе посетителей и пациентов, по эвакуации в случае возникновения пожара. Прописаны специальные нормативы для эвакуации. Они рассчитываются, исходя из этажности здания, длины коридоров и количества людей. Кабинеты взрослой поликлиники полностью опустели за 6 минут, что является отличным показателем в своей категории. В момент эвакуации в поликлинике в первую смену работы находилось порядка 600 человек. Эвакуация прошла достаточно оперативно. И сотрудники, и экстренные службы среагировали, как это необходимо. Практические навыки действия в экстренных ситуациях сотрудники взрослой поликлиники продемонстрировали не только представителям проверяющих органов, но самое главное – пациентам. Я думаю, все люди понимают, что все это проводится для их же безопасности, поэтому, соответственно, и меняем все, реагируют на это. Следующую учебную тренировку планируют провести через 3 месяца. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.